Доброго времени суток, друзья! На связи команда Nordic Pro, меня зовут Денис. Сегодня расскажу вам про палки итальянского бренда Gabelle, которые называются Turexti FL с системой Anti-Impact. Мы уже рассказывали про палки, вы можете посмотреть в роликах. Здесь или здесь, или здесь появится Stretch Light Anti-Impact. Сегодня мы расскажем про вот эти палочки. Рассоединю их, как всегда, скреплены фиксатором-соединителями двумя. В сложенном виде 59 сантиметров всего, очень удобно использовать для путешествий, компактные палки, трехсекционные, алюминиевые. На примере одной из них покажу и расскажу про эту самую систему и расскажу непосредственно про палочку. Начнем снизу, комплектована она наконечником в форме шипа, который мы используем для ходьбы по пересеченной местности и мягкому грунту. На них одеваются стандартные наконечники в форме башмака с протекцией, как и на всех палках Gabelle, либо оранжевого цвета, либо черного. Три секции, как уже и сказал, на каждой из них нанесена длина палки по сантиметрах. Подбираем, выставляем на нижней секции, допустим, 115 при моем росте. И на скрутку, и на верхней 115, и тут уже у нас и внутренний цанговый механизм, и система FastLock FL, которая как раз таки в названии палки, мы фиксируем вот этим вот самым замком. Очень удобно, чтобы быстро зафиксировать ее на нужную длину. Можно даже не пользоваться внутренним цанговым механизмом, если вы, допустим, эти палки используете не только для ходьбы где-то по равнине, да, и идете там в Среднегорье по каким-то холмам невысоким, можно удобно изменять длину очень быстренько. К системе Anti-Impact перейду, расскажу. Вот эта вот система пористая, запатентованная компанией Gabelle, она сделана по аналогии с амортизаторами, которые ставятся на автомашинах. Они смотрели, как они сделаны, и в палочках тоже поставили. Покажу, как она работает. Я давлю на палку, когда ее ставлю в позицию для отталкивания. И вот эта система, она отрабатывает вот эту вот самую ударную нагрузку. Сейчас покажу, зафиксирую их на скрутку. Вот они зафиксированы. Вот я надавил. И вот видно, как она отрабатывает. Вот. Как стандартно написано, Made in Italy, на палке их треугольник знаменитый, модель, название бренда, ручка Dual Cork NCS Темляк стандартный, который они везде ставят. Очень эргономичная, очень удобная для женщин, и для мужчин. Темляки есть разных размеров, можно посмотреть у нас на сайте. Снимается она нажатием указательного пальца, вниз отщелкнули, вставили через щелчок. Отличные палки для ходьбы не только скандинавской, но и можно использовать для легкого трекинга. Для кого они? Для тех, кто начинает свой путь, тех, кто еще не определился с ростом, ну и, естественно, для путешественников. Раздвигаются они, как я уже и сказал, от 59 сантиметров и до 130 можно выставить. Удобно для ходоков, которые имеют достаточно большой рост. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем палки, до свидания.